Я священник православного мессианского служения Ханука. Это служение, часть реформаторского служения, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Бог нам дал такое название Ханука, потому что Ханука в переводе с иврита обновление. И реформация – это обновление. Это служение православным людям, это служение евреям, ну и всем неспасенным. Мы проводим служение в пятницу вечером, эрев шаббат, праздники все библейские, еврейские. У нас мессианское направление и все-таки православное направление, потому что церковь наша православная. Мы хотим участвовать в реформации не только православия, но всего христианства. И Бог нам показывает свои пути, и мы будем рады поделиться с вами. А потом поделимся, напишем статью. И статья будет называться «Три кита». Это продолжение двух статей, которые Бог дал мне ранее. Одна называется «В главном единство», а другая называется «Откровение для тела Христова последнего времени». И можно будет на нашем сайте ознакомиться с этими статьями. В общем-то, это наше видение отражено в этих статьях. Видение. Я благословляю всех, кто смотрит. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом.